Белый, бежевый и бирюзовый. В такие цвета покрасят дома в Покачах. Обновление затеяли в честь 25-летия города. День рождения муниципалитет отметит в сентябре. К этому же сроку планируют завершить работы. Строители не просто украшают фасады, но и утепляют швы, скрывают старые, заново запенивают и закрывают. Краска устойчива к морозам и влаге. Специалисты утверждают, что как минимум лет 10 ремонт фасадам не понадобится. Отмечу, деньги на обновление выделили нефтяники. Запланировано к покраске 10 домов. Всего на это мероприятие выделено 50 миллионов за счет средств нефтяной компании.